Предлог. Предлог, как часть речи. Внимательно прослушай определение. Предлог – это служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других слов в словосочетании и предложении. Предлоги бывают простые и составные, производные и непроизводные. Предлоги выражают различные отношения, например, временные – уйти под утро, причинные – не поехать из-за дождя, пространственные – выйти в поле, целевые – прибыть для совещания и другие –